4 года назад была неверна с мужем, ну, это все продолжалось. И несмотря на то, что как бы я семью очень ценю, для меня очень это много значит, как бы мне не удалось повлиять никак. И сейчас. Вот видите, вот в чем причина, смотрите, вот это то, что, о чем тема сегодняшней лекции. Главная проблема – это влияние. Видите, то есть и в первом, и втором, и в третьем случае, который вы не слышали, который я слышал только по дороге, одна и та же тема. Тема заключается в том, что люди живут вместе, думают, что они родные, близкие. Половые отношения не означают никакой близости вообще. Они не создают близости, понимаете? Они создают близость между телами и судьбами, но не между сердцами. Сердца отдаляются от половых отношений. Они становятся ближе, сердца, они становятся ближе при половых отношениях. И когда люди просто этими отношениями живут и заботами общими, то... Спасибо. Заботами живут общими, то думают, что у них очень глубокие отношения, близкие. Вот такая создается иллюзия. А тем временем, каждый год постепенно влюбленность или половое чувство, или привязанность друг к другу, или то, что люди называют любовью, хотя это не любовь, наслаждение друг другом постепенно тает с каждым годом. Когда оно совсем становится нулевым, а на это обычно требуется всего 6-7 лет, то в лучшем случае, то дальше, так как человек не понимает, что такое любовь, и, в общем-то, и не было желания понять, не было желания что-то отдавать человеку, служить по-настоящему, как бы ради него жертвовать чем-то, и не было также духовной жизни, потому что это источник счастья основной. Люди не могут без счастья жить. Они счастьем считают человека другого для себя счастьем. А счастьем может быть только Бог настоящий. И когда человек этого не понимает, то он в результате начинает ждать от человека, а не может дождаться, думать, да, наверное, это не мой человек. Тем более сейчас появляется много лекторов, которые утверждают, что есть вторые половинки, и раз это не мой человек, значит, есть где-то в другом месте вторая половинка. Ну, то есть еще и философы пытаются это даже подтвердить, которые якобы основывают это на ведическом знании. Вот. Но на самом деле это все просто желание оправдать свое желание наслаждаться женским телом или влюбленностью, или мужской энергией наслаждаться, но не любить. Потому что любовь — это не дешевая штука, трудно. Трудно прийти к любви, и вот из-за этого все происходит. Не достучалась, не увидела, не смогла поменять сердце человека. Рассказывайте. Ну, как раз таки я не хочу искать там, да, своих каких-то вторых, других половинок. Неправильно. Ну, почему не хочу? Как бы, что, это же, он же не Бог. Почему не хочу? Он хочет возвращаться. Но не проявляет никаких. Он живет же уже другой семьей? Нет. А один? Как-то так. Но заботится о нас, заботится о детях. Ну, станьте сильнее. Станьте сильным. Сделайте так, чтобы он вас увидел, заметил. Не поддавайтесь судьбе, влиянию судьбы. Вот смотрите, здесь важно сначала, первый шаг — это в молитве поменять веру. Вы сейчас верите в мужа, понимаете? А надо верить в Бога. Надо чувствовать, что результат вашей жизни — это отношение с Богом, а не возвращение человека. Ну, то есть вернется или он нет, или нет, это уже другой вопрос. Поймите, что он не вернется, если вы в него верите, потому что его душит ваша вера, то есть он не может ее перенести. Вы очень сильный человек, и вы можете сильно верить, но вы сейчас верите в свою семью, а он часть вашей семьи. Это значит, что ему
И вот душит эта сила, вот, которая как бы, ну, заставляет его идти назад. Он чувствует это. Но он не может, потому что он не может быть таким, как вы хотите, слабее. Нужно верить Богу. Нужно понять, что вы как бы все, что вы внутри в себе создали, это Бог, а не человек. Ну, то есть это Бог такой, на самом деле. А человек может к этому только стремиться. Есть, это факт, есть в мужчине тоже божественное. Но вы, он божественно в нем раскрывается, если вы не веру в него вселяете, а просто свое служение, забота о нем и знание, что он такой. Потому что вера — это другое чувство. Вера — это сильное чувство очень, он тянет человека куда-то. Это сильное влияние на психику. То есть вам надо сначала начать верить в Бога, и вас отпустит, вам станет легче, вы как бы поймете, что вернется или не вернется. Это и так нормально, но вы стремитесь, чтобы он вернулся, это тоже хорошо. Но стремление и жажда — это разные вещи. Ну, допустим, неплохо было бы попить. Это стремление. Могу пить, могу не пить. Попил. Но жажда — это не стремление попить. Это означает, что я могу не пить, у вас сейчас жажда. Вы хотите назад вернуть человека, это жажда. Это означает вера. Вера отталкивает, вера человека, это же быть человека отталкивает. Если девушка влюбляется с позиции веры в парня, она жаждет его, то его уводит судьба от нее, он не может с ней жить. Она сжигает его психику просто. Вера человека — это огромная сила, ее никто не может выдержать. Поверьте в Бога сначала, в вашей вере, в вашей традиции, чего не надо менять. Вот. Но при этом вы должны четко понимать, что когда вы уже чувствуете, что вы верите в Бога, у вас сердце легким становится, спокойным. И тогда наступает второй этап. Второй этап — это этап обучения. Вот он, допустим, приходит к детям. Вы почему его не можете обучать? Как вы думаете? Вы цветочки кладите, там разберутся, и выбирайте себе цветочек. Смотрите, какой вам больше всего нравится из всех. Вот. Вот смотрите, вот приходит человек, да? Вы с ним не можете общаться. Почему? Не потому, что он плохой там какой-то. Он же к детям приходит. Вы не можете общаться. Почему? Потому что у вас нет силы. Вы задушены своей верой. А если бы вы верили в Бога, вы бы улыбались ему. Да, я вижу, как вы общаетесь. У вас внутри сильная обида, и он это чувствует, он поэтому не может как бы к вам приблизиться никак. Ну, как бы, вы поймите, что и нет и необходимости, потому что обиженный человек никому не нужен, он некрасивый. Красивый человек. Что-то я не злюсь уже. Вы не злитесь, но сердце обижено. Спасибо большое. Вот. Вам надо стать сильной, радостной внутри. Вот. Первое, сначала человек верит в Бога, потом дальше эта вера дает ему спокойствие. Третий шаг — это сильная позиция внутренняя. И тогда надо с ним по-доброму себя вести, объяснять вот вашу позицию жизненную, как правильно жить лучше вместе. И при этом улыбаться, как бы радоваться ему, по-доброму себя вести с ним. Надо к этому прийти. Тогда любого человека повернет вспять. То есть у любого человека совесть проснется, у любого человека появится влечение. Все зависит от вашей судьбы, от вас, как вы сами настроены внутри себя. Побеждать судьбу или терпеть, или страдать, или ждать, или мучиться. Человек не должен ждать судьбу. Он должен верить, прощать, становиться сильным, радостным, счастливым, самодостаточным, служить человеку. Вы сейчас не служите ему, вы его ждете. Это эгоистическая позиция. Вот если бы вы ему улыбались и при этом не ждали его, это уже не эгоистическая позиция, это сильная позиция. Надо стать сильной. Человек не потерян еще для вас. Бог его держит сильно рядом с вами. Он ждет, когда вы в него начнете верить. Вы уже это делаете, поэтому он и ждет, и держит рядом человека. Но надо сильно теперь, сильный шаг сделать в сторону Бога еще.
сильный шаг такой внутренний. Вот сейчас вы настраиваетесь правильно, прямо сейчас. Я вижу, что у вас сейчас меняется судьба. Вот сейчас вы что-то сделали с собой, вы отвязываетесь от мужа, привязываетесь к Богу, и у вас сила появляется внутри. Так? Видимо, так. Правильно, спасибо. Молодец. Вот все, вы поняли, все правильно. Молодец. Ты не печь. Чего такая несчастная? Вот на втором ряду девушка в светлом. Чего такая несчастная, а? Вон на втором ряду девушка. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо вам большое за ваши лекции. За то, что ваши лекции доступны всем нам, и что мы можем не только ходить, но и слушать их всегда. Спасибо. У меня такой к вам вопрос. Вот некоторое время назад я рассталась со своим мужчиной, с которым мы были 3 года вместе. Вообще такое слово не люблю, своим мужчиной. Неправильное слово. Ну-ка, скажите правильно. Ну-ка. С мужчиной, который выдал мне Бог. Нет. Ну-ка, правильно. С любимым человеком. Вы вместе жили же? Да. С кем расстались? С любимым человеком. Нет. С мужем. Вот молодец. Подсказки смогла. 4 с минусом. Хорошо. Вы должны это понять. Потому что даже если вы не расписались, Бог соединяет людей. Вместе живете, Бог вас соединил, значит муж. Не обязательно, муж это не значит то, что в паспорте написано. Вот попытайтесь это понять. Потому что вы как угодно пытаетесь откреститься от этого слова. И любимый человек, и мой мужчина, там, и как бы... там еще как-то, но это называется муж. Если вы вместе живете в одной квартире, все, вот вместе живете, вы не хотите, чтобы у вас кто-то еще был, это называется муж, даже если вы не расписаны. И если вы ему говорите, что ты мой муж, даже если вы не расписаны, ему это придется принять, потому что если вы не говорите об этом, значит, он не поймет. Люди часто живут вместе, думают, что они не муж и жена, тогда кто они? Чем они занимаются вместе? И потом они удивляются, почему мы разошлись. Чем занимались, то и получилось. Ну, со своей стороны, Олег Геннадьевич, я относилась к нему как бы как к семье, к своей, как к мужу. Но так вышло, что он ушел. И вот сейчас моя жизнь как бы вообще не ладится совсем. То есть у меня не получается строить новые отношения, у меня не получается... Потому что вы потеряли себя. Потеряли себя. У вас печальный взгляд был очень такой, потерянный. Потерянный взгляд. Вы к нему привыкли. Потому что вы верили в человека. Ну это я уже поняла, да, что я еще перепутала там цели с желаниями. Ну да, надо учиться верить в Бога, верить в Бога. Стать сильной надо быть, независимо от человека. Человек олицетворяет вашу судьбу. Вы в прошлой жизни кого-то бросили, теперь вас бросили. Так судьба действует, мы не знаем, что она нам будет приносить через 5 минут. Мы не знаем, потому что судьба создана из одних экзаменов. Вот. Олег Геннадьевич читает лекции, но судьба может и с ним тоже очень жестко себя вести. И я уже это чувствовал много раз. Ну, и судьбе все равно, читаешь ты лекции или не читаешь. Вот. Она будет делать, как она считает нужным. Это судьба, это судьба, это сильная штука. Вот, поэтому нужно всегда оставаться самим собой, учиться. Нельзя ломаться под ее влиянием. То есть она вас обидела, надо вставать. Примите, что вот судьба такая, она сильная. Никогда не надо как бы надеяться на кого-то, надо просто быть сильным. Вы правильное отношение строите, человек остается рядом. Честно себя ведете, все правильно делаете, сильную позицию занимаете, все понимаете, воспитываете, принимаете, наказываете, все делаете. Судьба будет держать рядом человека. Но вы просто были ослеплены. Вы слепо ну, как бы воспринимали человека, слепо.
Никогда вот женщина замуж вышла, не надо никакой слепости. Нужно быть сильной очень, ставить условия, заботиться. Знаете, настоящая любовь имеет твердую, сильную природу к человеку. Это очень сильная позиция, в которой ты доверяешь человеку, но очень твердо, как бы решительно настроен, чтобы он делал все правильно рядом с тобой. Нельзя быть слепым и доверчивым рядом с человеком, потому что он олицетворяет твою судьбу. Это опасная комбинация, муж и жена. Опасная комбинация, небезопасная. Нужно знать, что есть разные опасности в этой комбинации. Потому что там действует энергия опасная очень. Энергия вожделения или наслаждения другим человеком. Она слепая по природе, то есть она неразборчивая. Она сегодня сюда пошла, завтра туда. Она рушит жизнь в результате. Поэтому нужна твердая позиция в семье всегда. Быть твердо настроенной на сохранение семьи, на прояснение отношений. Нельзя просто «я тебе доверяю» и все. Это не вариант. Как девушка вот говорит, доверяю. Нет, это не вариант. Надо следить за человеком, смотреть, воспитывать, быть сильной в отношениях. Ну. А теперь-то что как бы делать? То есть мне пытаются вернуть этого человека? Этого? Не, он никогда не вернется. Этого не. Он не ваш человек совсем. Потому что вы с ним не нашли друг друга в отношениях. Вы просто были рядом, и все. Не было отношений. Вы даже, наверное, не знаете, что такое отношения. Отношения, когда люди очень глубоко общаются, идут одним путем, пытаются понять друг друга, пытаются ставить условия, обеты друг другу, выполнять эти обеты. Он просто с вами понаслаждался, пожил с вами рядом и бросил. Разве не так? Мне теперь ждать другого человека в своей жизни. Пытаться строить уже отношения с другим человеком. Вам надо простить ему сначала и чистую память о нем оставить в сердце. А мне осталось вообще самое светлое как бы чувство. Я вот как раз благодаря вашим лекциям освободилась, наверное, от каких-то вообще негативных эмоций. И все, что это, ну, только какая-то светлая печаль осталась. Вот это печаль не надо. Печаль означает ожидание. Просто светлое что-то осталось. Замечательно. Ждать его не надо, потому что этот человек вам не подходит. Он был дан тяжелой судьбой, как бы. Мы могли, конечно, сделать так, чтобы он стал хорошим, но это было очень трудно. Вы были не готовы. Не надо все. Вы можете ему поставить срок, допустим, написать ему, что еще полгода тебя жду, там, или 3 месяца, а дальше все, точка. И тогда вам легко будет, вы как бы выполнили этот срок, и до свидания. Спасибо. Но как бы шансов нет практически. 3% я даю на то, что он вернется из 100. Но только потому, что как бы это всякое бывает в жизни. Но как бы вот я сейчас вижу этого человека, он вообще даже не собирается нисколько. Он же вам не писал, не звонил после этого, ничего. Ноль просто. Полностью перечеркнутое. Он перечеркнул полностью отношения. Будто вас нет. И так ведь? Ну, значит, я все правильно воспринимаю. Ты не печалься, ты не прощайся. Все будет хорошо. То есть Бог пошлет человека? Уже послал. Все, уже послал. Есть человек уже. Я вижу человека другого. Но вы не готовы к нему пока. И к другому тоже не готовы? Пока не готовы, да. Вам надо сильнее стать, потому что человек очень такой развитый, серьезный, духовный такой человек. Но вы не готовы пока к нему, вы такая вся размазанная, такая несчастная. Надо стать сильной жрать такого человека. Хорошо, спасибо большое. Вот, молодец. Вот женщина на втором ряду. Ну вы, конечно, а что, почему нет? Спасибо вам большое за букет, за вазочки. Ага. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Да. Спасибо вам большое, прежде всего, за то, что вы нам привезли. Да, поставьте тоже. Ага.
Петербург. Я? Да, Петербург. Ты уже пятый раз мне говорит, в пятом городе. Ну, что, сегодня теплее стало? Спасибо, только можно на него не надеяться. Вообще удивительно. Пятый город еду, и везде говорят, я приезжаю, солнце начинается. Ну, это прекрасно. Значит, это... Ну, это, наверное, закончится, наверное, на это. Ну, сравняется, да, на... Уже после, на следующий день после лекции уже, наверное, не будет солнца. А это выбор, да, или идти загорать, или на лекцию, да? Для этого солнце возникает. Это для этого. Выбор, наверное, для всех. Это шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля. И спасибо вам большое за то, что вот вы мне дали, на самом деле, очень много. Ну, хорош, так долго в депрессии нельзя находиться. Я бы не выдержал, наверное. Так долго нельзя в депрессии быть. Нельзя. Наверное, нельзя. У меня вопрос такой. Я 8 месяцев нахожусь в отношениях с человеком, который живет в другом городе, и за это время мы видели с ним всего, ну, буквально раза 4. И ну, переезжайте к нему в город. Каждый день звонит, он пишет постоянно. Ну, а что вам не переехать? Общаетесь, а он меня не приглашает, чтобы постоянно приехать с ним жить. Ну, значит, отношения только развиваются, да? Пока? Отношения развиваются. Просто почему меня это, ну, так скажем, беспокоит? Потому что несколько лет назад в моей жизни был, ну, может, не похожий случай. Я не, не похоже, не, не похоже. Не это, похоже. Это лучше, да. Я просто думаю, что это, может, какой-то урок мне, который я никак не... Нельзя могу сомневаться ни в чем. Нужна молитва, нужно понять человека, почувствовать. Он хороший. Он тоже был очень сильно поранен отношениями. У него был очень сильный кризис, он боится сейчас тоже пораниться. Он такая же ситуация, как у вас, вы оба хорошие, надо общаться, не надо ни в чем сомневаться. Учитесь быть сильной. Спасибо. А, извините за вопрос, может быть, он глупо звучит, но вообще какая-то перспектива есть? Я уже понял, на самом деле, что я теряю просто время. Нет, чтобы... все есть. Но у вас всегда так очень медленно все развивается, уже третий раз. Первый раз был совсем гнилой, второй получше. Третий совсем будет хороший. То есть в этом есть смысл, в этих отношениях? Да. Мне этот человек тоже очень нравится. Моя хорошая, вы должны сердцем своим учиться чувствовать. Сама помолилась, с Богом пообщалась пару часов и почувствовала все в своей жизни. А если бы Олег Геннадьевич вас не спросил, что тогда? Вот все бы разрушило в своей жизни своими сомнениями. Вот я пытаюсь не разрушить, я пытаюсь поверить еще раз, еще раз, ну еще вот, раз. Все, отлично. Из депрессии выходить. Вам, чтобы выйти из депрессии, надо по утрам бегать или ходить. А я хожу. Ну, переходите на бег, значит. Ходите дольше или бегать. Вам надо и тело растормаживать, оно у вас застыло в депрессии. У вас длительная депрессия была, тело застыло. Его надо сейчас растормаживать, иначе будут копиться неприятности в виде здоровья. Спасибо. Пока мало ходите, надо больше, в два раза. Больше в два раза. Спасибо большое. Может быть, реже в два раза, но больше. Так распределяйте время свое. Давайте кого-нибудь сзади спасибо. Спросим, кто у нас. Можно без очереди влезу? Ребенок, сын 3,5 года, обливаю каждое утро. С головой или без? Не нашла нигде. Всегда с головой все надо делать. Да, с головой, с головой, все, да. С головой, с головой, точно, да, 100%. Ты не печалься, ты не прощайся. А вот девушка там на галерке. Вы, да? Нет, вот там, вон. Олег Геннадьевич, вам очень благодарна, что вы меня спросили. Честно, я не ожидала. Я тоже не ожидала. Я хочу спросить. Я встречаюсь с мужчиной, и как-то в моей жизни совпало, что вот... Вы с ним, ну, как бы узнали, как у него там судьба? Вот я... Есть ли у него жена или нет? Меня этот вопрос очень волнует, потому что он сказал, что он развелся и говорил, что... А давно? Ну, лет 7-8 назад, может быть, даже больше. Ой, какие большие цветы. Но
И он мне сказал, что ты, когда мы начали встречаться, что ты через полгода станешь моей женой. Ух ты какой! Да, очень самоуверенно это звучало, причем, ну, я даже могу сказать... А это не цветы, это шарики. Я могу продолжать, да? Продолжайте, мне что-то, мне не нравится то, что у нее, похоже, кто-то еще есть сейчас. Да? Угу. Все-таки есть? Я же не Бог, как бы. Просто мне кажется, что у вас нет такого сильного чувства к нему. У меня нет? Ну да, вы как-то чувствуете опасность от него, разве нет? Да. Я очень чувствовала... Он как будто слова одно, он говорит одно, а на самом деле что-то другое, вот как будто бы что-то такое происходит. Это совершенно верно. Ну вот, я тоже так вот считаю. Так вот, я сейчас, конечно, очень занимаюсь духовной практикой активно. Ну надо вот его вывести на чистую воду. Как вывести, если не выводится на чистую воду? Он все время каким-то, понимаете, он вроде... Какие-то слова говорит, вроде это правда, но в то же время, может быть, это все, понимаете, как лапша на ушах. И я... Точно, лапша, говорю, лапша, точно. Да? Да. И что же мне делать тогда? Что делать? Что делать? Что делать? И человек хороший, мне делать его не хочется. Хороший человек, да, хороший. И может быть, он просто сам запутался? Запутался. Главное, чтобы он запутался в вашу шубу, а не в чужую. Вот в чем как бы дело. Вы спросите, у вас есть еще, у тебя есть кто-то еще сейчас? Вообще, женщина какая-то у тебя есть? У меня были такие подозрения, мы с ним об этом разговаривали. И я решила, вот как вы сказали, что надо воспитывать человека. Если он не твой, значит он отвалится, да, вот в общем? И? Ну, сначала с любовью мне не получалось, потом отношения восстановились, и я у него спросила, у тебя как отношения с той женщиной? Он с какой той? Ну, до меня у него, как он говорит, была женщина... Вот, правильно, потому что вы говорите, он с женой развелся там столько-то, а я вижу, что после жены еще есть человек, и он, да. Еще этот человек не закончился. Да. И он сказал, я после работы развода с ней встретился, и был в таких... растрепанных чувствах, он до сих пор с ней общается. С кем? С той, после развода. Который... С женой? Нет. Другой? Другой. Правильно. Он возит ребенка ее в бассейн. Да. Он садит огород с ее, да, мамой. Все правильно, да. Вот, и... Все, все, вот сейчас все вскрылось, да. То есть у нее есть человек, с которым он продолжает отношения. Но так как там что-то не ладится, он решил завести еще одну на всякий случай. Ну, вот я так думаю, я на всякий случай у него, да? О, точно. Как-нибудь. Как-нибудь, как-нибудь. Он же честно вам говорит, что есть еще одна девушка, которая... Вот я у него спросила. И он сказал все честно. Я говорю, как у тебя сейчас не отношения? Он сказал, как и прежде. Правильно, как и прежде. Все правильно вам сказал, честно. Все, как и прежде, у нее есть одно, у него есть отношения с ней, как и прежде. Все правильно. А мне-то что делать, Олег Геннадьевич? И он мне надежду дает же. Есть надежда в сердце у меня. Выбери меня, выбери меня. Станьте сильной, ставьте ему условия. Говорите, что вы точно знаете, что ты пока общаешься с этим человеком. Когда сердце ваше вам подскажет, что он уже все, значит, все так и есть. Сердце его никогда не обманывает. Сейчас он с вами играется просто в свои игры. Вы видите его на чистую воду. Будьте сильнее. И тогда у него будет выбор или туда, или сюда. Скажите, что я на два фронта не получится, как сейчас у тебя.
Он испугается этих слов, будет думать сначала, какое-то время не будет с вами общаться. Потом он будет выбирать. И то, что он выберет, то и получится. Выберет вас, вы получите. Если выберет ее, она получится. Но когда он вас выберет, вы должны поставить условия. Никаких бассейнов, никаких отношений, никакого общения. Все. Поняла. Я все понимаю. Видите, четвертый случай опять одно и то же. Слабость человеческая. Нет внутренней силы. Надо сначала стать сильным, потом что-то строить с кем-то. Потому что если нет сил, ты не можешь ни выяснить отношения, не можешь не привлечь сильного человека, не вытеснить отношения. Ты не можешь понять, что с ним происходит. Ничего не можешь. Ты как просто как вот кот в мешке сидишь и все. Ну то есть надо стать сильной, разбираться с человеком, очень сильную позицию занять. Почему я вместо вас сейчас это делаю? Вы сами должны все это делать. А скольких я людей не спросил? И не смогу всех спросить однозначно, моя хорошая. Не смогу всех. Ну, у нас сейчас лекция уже будет. Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Что же мне с вами делать? Построение отношений в тяжелые периоды жизни. Так, видите, сколько разрушенных судеб. Очень тяжело жить в этом мире. Все надеются, что я спрошу. Да? Ну, после, вот сейчас поговорим, буду только мужчин спрашивать. Кто сказал? Вы? Хорошо, не волнуйтесь, все нормально. Разберемся с этим вопросом. Видите, он меня обвинил, у меня два варианта есть. Первый вариант — начать ругаться или оправдываться. Второй вариант — просто почувствовать боль человека, что ему сильно нужно. И среагировать на эту боль правильно, адекватно. Понимаете? Это очень важно именно так. Потому что если нет внутренней силы, человек реагирует на другого человека как на объект раздражения, как на опасность, на желание, как будто он хочет тебя разрушить, хочет как бы принести тебе страдания, ты начинаешь защищаться, начинается конфликт в результате. Он просто стучится в твою дверь. Итак, мы сегодня будем об этом говорить. То есть наша тема сейчас, мы сколько успеем, столько разберем. Первое, что было заявлено, это построение отношений, тяжелые периоды жизни. Тяжелые периоды жизни неизбежны в жизни каждого человека. Чаще всего человек не понимает, что он находится в тяжелом периоде жизни. Он просто возмущается тем, что происходит. Первая реакция человека на тяжелый период жизни — это возмущение. Человек не может сразу принять судьбу. Ему очень трудно, судьба, она дает, бросает вызовы, то есть она очень сильная такая штука. И когда человек видит, что у него что-то, что-то плохо начинается, первая реакция — это несправедливость, чувство несправедливости. Несправедливость может выражаться в том, что близкий человек сказал: «Я тебя теперь уже не люблю», или, допустим, дети перестали слушаться, или потерялась работа, или в том, что с родителями разрушились отношения, или негде жить там, и так далее. Куча видов несправедливости, которые существуют в этом мире. И эти все виды несправедливости всего лишь означают: прорвало кран, протекла вода, пришла какая-то тяжелая судьба. Это всегда неожиданно, всегда тяжело и всегда вызов. Эта тяжелая судьба всегда забирает силы в сердце, и в сердце остается пустота после этого. Произошло какое-то событие, здесь сил нет, жить не могу, ничего не могу делать, молиться не могу, двигаться не могу, гулять не могу, все, у меня нет сил просто, я обесточен. А судьба надвигается дальше, она не собирается еще останавливаться. То есть она намерена тебя испытывать по полной программе. И в это время первое, что нужно понять, нужно выйти из этого
дамоклого меча или из этой обреченной ситуации, которая называется обвинение. То есть, допустим, против вас там кто-то что-то затеял, или близкие люди предали, или произошло то, что вы никогда не ожидали, что это может произойти. Ну, все что угодно. Самое главное, не нужно никого не обвинять. Например, близкие люди погибли. Не надо никого обвинять. Если вы говорите, судьба за что-то такая жестокая, как бы вы ее обвиняете, судьбу, значит, дальше с ней не будет контакта. Когда человек не может контактировать со своей судьбой, значит, он остается в подвешенном состоянии. Он может жить только внутри своей судьбы или не жить совсем. Когда человек не живет совсем, это называется депрессия. Она может длиться много лет. Человек как будто бы ни там, ни сям. Он не контактирует со своей судьбой, потому что она его разочаровала. Понимаете? Не надо никогда разочаровываться в своей судьбе. Нужно ее всегда учиться принимать, потому что судьба предназначена для того, чтобы мы были сильнее. Нет другой причины жизни в этом мире. Если вы думаете, что здесь это, вот эта планета создана для счастья, то вы ошибаетесь. Если бы это было так, все было бы немножко иначе. Не было бы таких тяжелых родов, таких тяжелого ухода из жизни, столько болезней, столько разрухи семьи, там, войны огромные, масштабные, глобальные, ядерное оружие и так далее. Столько всего интересного в том мире, в котором мы живем. Этот мир создан для экзаменов. Здесь все сдают экзамены. Здесь все учатся побеждать судьбу, становиться сильнее, учиться верить в Бога, учиться понимать, как Он устроен, этот мир, что есть разные проявления Бога, с ними со всеми надо контактировать и так далее. Вот для чего мы живем. Цель человеческой жизни — это познание высшей истины, чистоты, высшей чистоты. Вот в чем заключается цель человеческой жизни. Но мы не знаем этой цели, мы хотим просто счастья и все. Мы строим свои планы здесь, в этом мире. Нам нужна семья, нужны дети. Вот. Мы даже не подозреваем, что сама жизнь, она очень коротка. Все, что ты построил, это всего лишь там пару десятков лет, а потом другая, следующая жизнь. Только начал жить, там 20 лет прошло. 20 лет прожил еще, уже заканчивать пора. Ну то есть, вы понимаете, то есть, ну, жизнь, она совсем коротка. Человека и как бы сильно на что-то здесь рассчитывать глупо. Нужно понять, когда человек становится счастливым. Вот это вот самое главное понять. Когда человек становится счастливым, первое, когда он находит источник силы. Это первое, что надо понять. Это называется вера. То есть поверить означает найти этот источник силы. Есть три источника силы в этом мире. Первый источник силы наполняет тело здоровьем. Этот источник силы называется природа. Ее надо любить. Чтоб вам не говорили, сердце, солнце вредно, как бы закрываетесь от него, свежий воздух слишком вредный, вот. Вода вредная, слишком холодная, дальше все это вредное, земля тоже поменьше по ней ходить, она тоже вредная. Вот. Все это вредное, а на самом деле это все является источником здоровья. Мы здоровье вот из этих всех стихий получаем. Земля человеку дает спокойствие, солнце — оптимизм, радость. Воздух дает тонус, концентрацию внимания. Вода дает гармонию с этим миром. Ощущение счастья, взаимодействия, гармонии. Вода дает энергию воды. Деревья дают стабильность. Но если мы двигаемся на природе, двигаемся в любви, двигаемся для природы, а не просто куда-то идем по улице, в магазин там и так далее, нужно выделять этому времени, рано утром, просто бежать или идти куда-то просто с радостью, всем желать счастья. Это называется заряжаться, заряжаться, зарядка, заряжаться, заряжать свои батарейки, потому что тело нуждается в здоровье. Без здорового тела жить невозможно. Человек заболел, его бросили, потому что он постоянно... На него надо тратить силы, а сил нет, и так, на себя даже. Человек заболел, его бросают, поэтому не нужно болеть. Человек болеет, потому что не хватает контакта с природой. Три способа быть здоровым. Если я поправляюсь, значит старость действует через нарушение обмена веществ. Нужен пост плюс движение. Запомнили? Если у меня внутри напряжение, скованность увеличивается, нужно статические упражнения и динамические. Три силы оздоравливающие. Вот.
Если я чувствую, что у меня усталость, вялость увеличивается, вялость увеличивается в теле, нужна динамика, движение нужно, больше движения. И плюс правильный режим питания. Нельзя кушать на ночь, увлекаться, нельзя переедать утром. Нельзя есть то, что нельзя есть, изучайте это все. И так далее. Слабость означает движение плюс режим дня. Лишний вес означает пост плюс бег. И скованность, тель, напряжение, неумение расслабиться, отдыхать означает статические упражнения плюс динамические упражнения. То есть бег плюс йога. Если человек не занимается этими вещами, а у него вот эти вещи происходят в организме, значит он стареет и теряет силы. Силы берутся от природы только. Их невозможно взять просто из лекарств. Допустим, вам лекарства дают. Что эти лекарства все делают? Они просто пытаются в том, что есть, сделать баланс. Если у вас уже почти нет энергии, надо из этой вот почти нет энергии сделать баланс. И все травы, все таблетки только этим занимаются. Просто химические лекарства, они ограничивают связи в теле и таким образом баланс создают. Просто обрубают ненужные связи. А травные лекарства, они наоборот увеличивают связи, улучшают все это в организме. Поэтому через обострение идет лечение. Понимаете? Но все равно это ничего не меняет. Если человек обесточен, у него нет контакта с природой, у него нет контакта с свежим воздухом, с деревьями, с солнцем, он не двигается, мало, то есть только в движении можно эти все стихии себе впитать. Поэтому человек должен или ходить каждый день подолгу, или бегать, или через день, если это возможно. Я завтра с утра побегу 8 километров. А потом искупаюсь в воде. А? Где я буду бежать? Вы хотите, чтобы я по дороге консультацию давал, когда бежал? Что интересно бы я тогда пробежал. Видите, мне нужно заряжаться, поэтому я не говорю, где я буду бежать. Зарядка означает, что я не консультирую в это время. Я не консультирую в бане, время пробежки, время еды и в туалете. Ну, кроме туалета, везде уже были попытки, чтобы я проконсультировал. Остальные варианты уже пройденный этап.